Прекрасно, аплодисменты. Нас всегда радует, когда вас больше, чем нас на сцене. Да, замечательно. Спасибо, что вы пришли. Мы сегодня рады для вас играть. Играем мы в стиле близкому какому-то фьюжн, джаз-рок, наверное, назовем. Для вас сегодня играют отечественные наши московские музыканты. Олег Грымов на саксофон. Солист оркестра Олега Лундстрема. Леонид Берзович, гитара. Дмитрий Лугин в углу, вот его не всегда видно, но он там сегодня покажет вам еще. Ну, за барабанами все то же самое, что и было раньше, Петр Ильич. Я сегодня Антон Горбунов, группа, которая группа имени меня. Да, мы играем лидер, как говорит один наш товарищ, бенд-лидер, бенд-слово, бенд. Вот. Играем авторскую музыку, жанр инструментальная музыка. Thank you.
кажется, это единственная кавер, которую мы сыграем, кавер-версия на замечательную песню, на самом деле, которая была написана, по-моему, в 30-е годы. Песня относится к мировым легендам «What a difference they make». Это прекрасный джазовый стандарт, из которого мы сделали следующее произведение.
Спасибо, это была такая вот наша версия песни, вот A Difference They Make. На, по первому каналу не покажут, это по второму тоже. А то сейчас я буду вести в Facebook. По СТС тоже. Если только Дмитрий Рыбалов это продемонстрирует, хорошо, ничего. Да, Дима, давай, на тебя вся надежда, уповают все. Вот, на следующее произведение немножко так окрасит наш вечер. Философские краски придаст немножко им. Называется пьеса «Экспресс за линию горизонта». Thank you.
Спасибо большое. Это была такая вот наша небольшая философская нотка. Следующая пьеса. Да. Следующая пьеса называется «Чайка». Вообще у нас музыка довольно образная. У каждого могут создаться какие-то свои образы, нарисоваться. И вот следующее произведение почему-то ассоциируется именно с этой вот такой вот речно-морской птицей, которая в простонародье у нас называется «Чайка». Thank you.
в нашем понимании была чайка. И сейчас мы сыграем произведение, которому уже лет, наверное, 20, если не больше. Первое произведение, когда было написано, оно вышло в пластинке «Диафикс». Мы его вообще играем очень редко, практически никогда. Поскольку на улице страшная жара, то в связи с этим хочется вспомнить зиму. Поэтому и песня посвящается Рождеству светлому, празднику нашему. Поэтому, в общем, рождественская сказка. Вот мы практически никогда не исполняем, но вот что-то сегодня решили исполнить. Thank you.
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 ансамбль пролетарского джаз-рока. Леонид Берзович. Дмитрий Лубин, клавишник. Олег Крымов, саксофон. Федор Андреевич Ильшин, барабан. Я зовут Антон Горбунов, играю на бас-гитаре. Спасибо за внимание. Если вы еще не устали. Мы хотим еще. А кто это здесь? Никого нет. Кто здесь? Ладно, на сон грядущий приятель. Не выучили, папа. Не выучили, ноты не разобрали еще. Получается. Я сейчас, а где тут рыбал уходит, бас-гитару настроить? Ну что, ну не снег пел. По слуху можно же. Я не умею по слуху. Левее на правую кнопку. Ну ладно. Thank you.
Спасибо. Следующий поклон. Да, вот есть вот Сережа, вот он продает диски этого замечательного ансамбля, не только. Вот он там сидит. Если кто заинтересовался, может подойти и спросить. Смотрите.